Напомним, с просьбой привести в порядок дорогу к Юрию Полякову обратились на личном приеме жители села. Были люди на приеме у главы. Глава им пообещал лично, что в первом квартале 2019 года сделан. Но мы активизировались, начали раньше работу, уже отсыпали 260 метров щебнем, укатали. Ну и будем продолжать работу. Асфальт здесь пока класть нельзя. Некоторые дома еще строятся, и работающие большие грузы попросту разобьют покрытие. Пока дорога будет в таком гравийном исполнении. Но это уже сняло главную проблему. В дождь здесь невозможно было не то что пройти, проехать на машине.